по совместному сотрудничеству и по, для развития регионов Бело-Подляска и Сувалка и Белоруссии. И Дита говорит о том, что уже есть опыт сотрудничества конкретно у Сувальского госпиталя по реализации ряда проектов. И вот она об этом сейчас хочет сказать. Przyjechaliśmy też po to, żeby poznać Państwa, wiedzieć, dowiedzieć się, czego oczekujecie od nas. Myślę, że... Jakie ожидания Was interesują i czego chcieliby Wy получить od tego сотрудничества? Chcielibyśmy Wam pomóc nie tylko ze strony szpitala i naszej fundacji, ale u nas są też inne jednostki, które chętnie chciałyby nawiązać taką współpracę, jednostki o podobnym charakterze jak университеты. Фонд, которым она еще работает, занимается поиском не только сотрудничества в области медицины, но и других направлений. Мы со своей стороны можем обещать, что будем искать программы, которые будут позволять нам дофинансирование каких-либо инвестиций, и вместе с вами будем просто планировать инвестиции так, чтобы подходило и для вас, и для нас, от вас. Учитывая то, что существует несколько программ европейских, и в этом изобилии программ, каждый из которых финансируется, надо искать те, которые будут интересны обеим. Первая оценка, которая дана комиссии, очень хорошая по этому проекту, осталось за небольшим окончательное решение по финансированию вот этого проекта обучающего. Wyniki przewidywane są na koniec kwietnia, w związku z powyższym pewnie będziemy Państwa informować już telefonicznie. Rezultaty po rozpatrzeniu tego projektu będą w końcu kwietnia. A co będą сообщать? I on polega przede wszystkim na wymianie informacji. W zasadzie projektu obmian informacji. W zakresie możliwości stworzenia na Białorusi funkcjonowania takiego laboratorium symulacji medycznych. Для создания на территории Беларуси обучающего центра с использованием симуляторов. В Сувалках посядаем такие лабораторию, и это одно из наилепшей выпосаженных в Европе лабораторий в симуляции медичной. Такой центр подготовки лаборатории на симуляторами уже работает в Сувалках, и это один из лучших в Европе центр подготовки. Эти специалисты лучше узнали возможности друг друга и как раз выработали тематики для уже следующих шагов. Безусловно, в этом плане коллегами из Польши была предложена тема этого маленького проекта, который имеет с их точки зрения наибольшую вероятность положительного решения в Брюсселе.